Всем йо, я Кристина, и расскажу вам главные события недели. За 200 миллионов рублей областное правительство выкупит центральный стадион профсоюзов. Об этом майор рассказал собственный источник. Изначально за объект предлагалось заплатить куда больше – 900 миллионов рублей. Ожидается, что реконструкция стадиона займет 2 года. 22-летний сержант Николай Дятлов из Калачаевского района погиб в ходе СВО. 5 лет назад он окончил горожанский казачий кадетский корпус, а после начала спецоперации пошел добровольцем в штурмовой отряд. В одном из боев он был ранен, а после лечения вернулся в зону боевых действий. Николай Дятлов погиб 16 марта в ДНР. У него остались родители, жена и сын. 3 киоска сгорели поздно вечером 23 марта у педуниверситета в Центральном районе. В 2 из них продавали шаурму. К счастью, никто не пострадал. На благоустройство сквера машиностроителей на улице 9 января городские власти готовы потратить до 38,9 миллиона. Подрядчика определят 3 апреля. До сентября следующего года в сквере обустроят тротуары и парковки, оборудуют детские площадки и освещение, установят урны и скамейки, уложат газон. 40-летняя автомобилистка чудом выжила после того, как заехала на своей «Ладе» на железнодорожный переезд в Россоши, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Машинист грузового поезда не успел затормозить и снес легковушку. Только по счастливой случайности никто не пострадал.